Ну, какой-то непонятно кто под ником Реддир или Дир, может, Реддир, красный какой-то Дир. Дядя иногда в молчании золота блеснул в кавычках незнанием, да, на это Волга ГАЗ-21. Дорогой мой, это карагандинец снимал, да, и в Волгах он разбирается получше, он специально иногда показывает, будто бы не знает, чтобы разговорить людей. И не надо его третировать. Это чревато большими последствиями. Размажет, костей не соберешь. Понятно, да? Почему? Потому что карагандинец маг. Многих, кто на него хвост подымал, уже давно в живых нет. Это факт. Все. Поэтому надо быть осторожным с карагандинцем.